закон подлости, конечно, меня выкинул в этот момент. Я уже готов стрелять был. Он где-то прямо на меня заходит, я его не вижу. Он меня сейчас собьет. Так, а кто еще на земле? Танкист, танкист, я поменял технику. Вот по мне была атака. Танкист, танкист. Давай на филд на соседний, на самопаловку. Яг, выхожу. Так. Яг 80% бензина. А у меня нету яка, если что. Лохозм. Совсем нет яка. Вообще еще не открыт. А что там на нем открывать-то? Он дефолтный. Нет, его надо пару вылетов на лаги делать. А-а-а. Ну там реально пару вылетов. Так, на самоафаловку. Самоафаловка, да. Так, а кто еще там тянется за ним? Топливо, сколько брать? 80 немного? То немного, давай берем. Взял 80. Вот он идет на меня, вот он идет. Лоб что ли? Кто-то второй русский смотрит с тобой, но больше так сказать не можем. Да, второй русский, так, я его, по-моему, даже попал, не знаю. Сейчас посмотрим. Высоты у него уже столько нету, как было. Самофаловка. Он где-то на 4000 там летает, блин. Гаденыш, ну на яке-то вот прям посложнее будет. Да, на лаге, когда я. Я на лаге не летал уже, блин. Я в этом году вообще помню, ни разу на нем не летал. Где прицельную сетку врубать на прицеле? Это помните? Она сама включится, когда запустится. Да, когда магнит там включится. Ага. Так, завелся. И ты тоже завелся. Да, тоже запустился. Прям по полю. По картошке. Там смотри, эти какие-то зенитки мне стоят. Вот, в них не едем. Короче, немец ушел наверх, меня испугался, и у него сейчас где-то летает кругами. Будет заходить, не будет понятия. Сейчас мы сделаем вид, что мы провисли. Это же с фарой. А у меня просто на шасси она включена, это для пилотажки. А шасси нужны фары? Ну, мы с фарой взлетаем, потом шасси убираешь, и автоматически фара выключается. Потому что если я сейчас ее не включу, потом... Короче, либо потом выключать, либо сейчас. Так, курс 200 хороший, темп. А мы уже взлетели, да? Мы взлетели, лагом мы ждать не будем. Яки шустрее, так, я что-то не вижу. А, вот и есть. Я сзади слева, да-да-да. А вы с танкистом, да? Да-да. Мы с танкистом взлетели. Всё, с самопаловки. Хватит умирать. На, на 5 и подойдем. На Харковской он вокруг радара летает. Он не в радаре, но у него где-то 5.5. Надо еще выше, понятно. Я вешу за ним, но он не провоцируется на атаку. Радиаторы полностью у меня сейчас открыты. Сейчас вот я сделал вид, что провис опять. Жду от него атаку, а он не хочет. Чего звезд повыше нет, как блин. Переложился. Во, переложился. Так, сейчас я попробую поймать. Или он меня собил. Хорошо идет, блин. Так, я увернулся, он провалился вниз, и я за ним. А ну-ка, дорогой. Поймал я тебя или не поймал на этом маневре? Сейчас посмотрим. Поймал, но скоростишки отыграл. Там еще кто-то мне собирается помогать. Так, с юга еще один мессер в радар пошел. Это вот, с которым я тут воюю. А, на севере там два красных с синим тоже их катают. Да, нет, я на севере с ним воюю, а на юге, да, на юге пустой. Точно. Что случилось? Слепую нагнетатель включал, выключил мотор, хрен. Включить не сможешь? Смогу, но мне это пока... Скорость потерял. Первый раз такое. Не, он должен это...
сейчас так, быстро запуститься. Подходит, мне очень не нравится. Но... А что за фигня, что у меня это? Так, запустился. Нагнетатель. Пропеллер перестает крепиться. Я вот заложусь, он просто присед. А смесь выстави на 100. Да. Умолчание на нуле. Перед запуском выстави ее на 100 просто. Ага, понял. Причем и даже тогда бывает. Ух, нет, это еще чуть-чуть и рут надо там на 15%, что советует. Бывает, я кигну, ух, на пешке. Похоже, лаги. Бывает просто баг. Так. Ты со мной. Ну, закрыть ничего не видно. Так, ну мы уже на 6000 с ним. Ну заклебали эти сотники просто, ну. Пешать нечего. Ну давай я опять сделаю, что просил. На юге с Карповки летает свободный мисс. Ну, в смысле, синий. Да, 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 да. На севере я гоню. Он меня тянет к себе курсом 300. Тебе? Ну как к себе? Ну да, куда? В сторону. 6 тысяч, говоришь, да? Да, да. Уже 6 тысяч. 4 тысячи будет. Инверсия есть уже, да, у вас? На скольки здесь инверсия? На 5 тысяч начинается инверсия. Вот. То есть я уравнял высоты, но на скорости догнать его не могу. Если он атаковать не будет, я его, конечно, не достану. Единственная надежда, что он что-нибудь перегреется. Блин, я еще на зеленом взлетел его. Мне спешка нужна при ловле блох. Так, он вправо забирает. То есть опять по кругу пошел. Так, смесь. Так, сделаем. Так, 6, так, у меня уже 7000, наверное. Ни хрена надо 7. 7, конечно. Ну-ка расскажи, где ты сам считаешь, что ты летишь? Ну, в радар. Где-нибудь там мы, вот, по-моему, вот я в радаре, а он... Нет. Мы сейчас вдвоем в радар цифтили. Да. Вы вроде были севернее. Где-то только выше, да, но севернее, скорее всего. Так, где-то вот севернее, да, наверное. Так, под правым крылом у меня река с лесом. Слушай, мы вообще, по-моему, отлетели чуть ли не к мосту, там. Севернее. Чё, даже инверсии нифига не видно. А где-то южнее был этот второй фриц, но тут тоже не видно. Ну там, где мост, не мост, а этот танк, ну где танки красные нарисованы. Я понял. Что-то он у меня суетится, не может он мне высоту выбрать. Ну, так, давай. Ну где? Встречаемся над северными танками. 7000. А он дальше уже не может лезть, в общем, проблема. Ну, так, он решил, похоже, что-то предпринять. Сейчас там будет пикировать. Понятно, что он может предпринять. Да, я его согнал с высоты, он пикирует курсом 0. А, там еще кто-то наш, он еще на одного нашего. Ой, может, мы подошли? Где курсом 0? Кем-то лоб он разошелся сейчас, нет? Нет, не с нами. Я его сейчас достану, мне кажется, мне должно хватить. Курсом 0, на юге опять подошел немец. Нас Карп. Видит, интересно, мы сейчас не на инверсии, он как раз солнце. У тебя инверсия пошла инверсия, спустись чуть-чуть. Давай тогда с ним сначала разберемся. Скорость у него дофига. Держись со мной. А, нет, он вернул, ну так или иначе догоним. Вот какая высота сейчас? 6. Радар Карповки. Что 6? А, не, он смотри, высота какая, я говорю, 6. Ну, а 5 у нас, 5 в группу. Вот часа. Спасибо.
Кто-то в радар карпухи заходит, пишется с севера. Пара какая-то, это не вы? Это мы. Да, мы, пара, мы, это мы. Это где-то... Где-то на юге был... Да, на юге. Немец. Давай поднимемся еще на километр. Версия начнется, пофиг. Пускай боятся. Лэр, ты там живой? Да, живой. Так мы с ним тут это, друг друга. Но я уже, по-моему, даже высоту прибрал. Он сейчас либо убегать будет, потому что я его прижимать начинаю. Хотя, может, мне кажется. Летает очень аккуратно, не как я его. Вот сейчас я ошибочку сделаю. Где-то встречным курсом будет идти. Где я? Солнцем особенно. Нет, уже не встречный. Блин, метров 600, блядь, жалко бука, подойти не могу. Попробуем подразогнаться, на такой высоте он резко не уйдет, ведь хрен. Вижу его, разрывы под ним, шифти, прям под тобой, твоим курсом. Смотри, подсвет пошел, зенитки долбят. Высота у него около 3. Давай, вот, я тебя, у тебя вижу, заходи на него. Принял. Так, секунду, а что за пара? Тройку я вижу. А сейчас курс какой? Курс у нас 220. Я не пойму, здесь их трое, то ли это юнкерсы, то ли... Смотри, не перекрути этот скорость. Я отсюда вижу только одного. Вот один выше, судя по всему, прикрышка, и три идут кто-то больших под ним. Они идут 220, он уходит 270-260. Иду на 260. Да-да-да, на верхнюю. Те пониже идут. Это Фока. Это Фока. У тебя сейчас скорость должна дофига, садись сразу на хвост. Так, и нагнетатель. Нет, нагнетатель не надо трогать. Так, она от меня... Ай-яй-яй, блэк. Она от меня вниз, вниз уходит, вниз не пойду. Иначе я развалюсь. Хорошо. Я боюсь развалиться. А, нет, 500. Там еще 700. Да-да-да, 500 еще. Садись плотно. Я сверху страхую. Ту бы троицу сбить, вот было бы красиво. Вон они, ты не видишь их? У них высота 3... 2000 у них высота. От тебя в какую сторону? От меня они на час, два. Я не вижу. Я своего спустил, но очень грамотно уходит, не пикирует, а прям это... А, теперь троицу время. Видел, да? Пробуй, может быть. Блядь, ну Фоку я не догоню. Не догонишь? Я догоню. Сейчас попробуем. Он выбрал такую... А, нет, уже все, 1000. Границу... Блядь, вот зачем он меня туда ведет? Ну это тройка, двойка этих идет. Юнкерсов, по-моему, лапти торчат. Если я не ошибаюсь. Можешь на них переключиться? Тогда и Фока, может быть. Фока, она прям по курсу меня ведет прям на них. Я вижу, я перехочу. А, понял. Все, отхожу тогда от нее, не иду за ней. Принял, иду на юнкерсов. Да, это лапти. Угони их, может быть, она тоже. Ага.
Где-то еще третий шел. Сзади меня должен быть третий. Злые тоже. Ты пошел за Фокой, да? Да. Вижу, все. Больше я догоню. Так, у тебя чисто. Хорошо, в Юнке сюда не налетел. Все, Фока задергалась. Так, одну пробил. Хорошо, задымило, ухожу вверх. Я стреляю, по мне тоже. Так, я этого сбил. Или кого-то. Смотри, стрелка, фиг его знает. Так, Шифти, что у тебя как там, кто? Пострелял по Фоке, вроде попал, не критично. Принял, у меня Юнкерс один сбит, второй меня пытается атаковать. Пропускаю, захожу. Посмотри, с ним птица. Левым. Всего тут 5 самолетов. Высота около 1000. А, ты, я вижу, не представляешь. Заход, нервный, заход справа. Так, хорошо, это не Кристалс пришел? Это я пришел. Добивай, я его пробил, Юнкерса пробил, добивай. Да я на входе. Тут еще кто-то вот. Нет, Кристалс вроде подошел ко мне же, Юнкерс. Да я сверху. Так, Шифти, я тебя не вижу, если что, я не помогу. Курсом 300 от того, от твоего Юнкерса. А, я туда же иду. Легко оторвалось. Секунду, оно. Включил. Вижу тебя. Слева от тебя, по-моему, Юнкерс, нет? Или Фока? Вот передо мной. Слева на 11, Фока. По-моему, что-то не очень быстро. Фока, который я слежу за ним. Понял, принял. Так, она в левом стоит. Ты заходишь на нее? Ну, пытаюсь. Давай, может она на меня сагрится? Да, на код заходит? На меня, если? На меня. А, нет, это уже этот, наверное, Кристалс подошел. Белый, да. У тебя близко хвосты. Да. Прижимайся, ниже прижимайся. Давай, внизу. Вот, ой, вот, атака здесь. Пошла, черт, сбил. Чуть-чуть не успел. Так, я наберу высоту пока, потому что юнкерсы ушли, я их не вижу. Ну, один тот, который остался. Короче, я играю в смертника. Эту штуку я спустил вниз, но похоже, он меня притащил на их аэродром. Попробуйте ее закрутить, я уже чуть выше вас. Сейчас наберусь еще. Нихрена, не дастся. Не крутится? Вверх она вытягивает, да? Угу. Стреляю. Так, я к вам подхожу с курса 200. С юга. Ой, с севера. Попал. Отлично, с северо-востока иду. Фок, она тоже собака крепкая. Блин, неудачный ракурс мне сзади вас. Так, я слева, у тебя чисто, я набираю, попробую, может ошибется. Хочешь уйти? Куда поворачивает? Влево, вправо? А вот попла будет. Влево. Отлично, я слева от вас. Сейчас попробую сократить дистанцию. Вторую передачу. Да, принял, спасибо. Ой, фурлоп идет. Ай-яй. Пробил ее, но, блядь, я ранен. И вынес мне и пушку, и топку. Собака серая. Все, дружок, с тобой на реке.
Что ж такая крепкая, а? Так, шифти, я отгребаю. Ну да, мы на солнце. Мне пилот практически ничего не видит. Бой идут одни старики. Я говно, ни хрена не догоняю. Я с ним гоняю. Попробую сесть. Я, конечно же, говно. Ну, такое безнадежное чувство. Летаю за ней уже минут 15. Она уже сбила крысту, повредила нервного, а я рядом за ней летаю. Я все до сих пор в одном бою, я так и гоняю штуковину. Ну, хорошо, хорошо. Спустил на ноль, оно меня притащило к себе на филд. А, филд, на филд. Да. Это хреново. Ну, я как-то так решил, что раз я один, не хочется меня отпускать его. Ну, блин, догнать не могу. Шифти, смотри аккуратнее, ты тоже за линией фронта уже. Он тебя перетащил туда. Угу. В нем попадание есть. То есть он, да, я попал на... еще в него, мы в лобовой сошлись. Ну, но да, он не хочет... Он крепкий собака. Не хочет особо форсировать ничего. Ё-моё, у меня такая, это... Окошечко, как в танке, блядь. В щель смотровую смотрю. Так открой кабину, садится. А у меня ранен пилот. Открой кабину. Смотри сбоку. Ну давай, постреляем. Ты ж такой умный, как мне попался. Блин. Это сколько у него горючего. Да ёбаный. Это сегодня как-то. Крыла нет. Крыла нет. Че он дострелил? Перегрузку ушел и потерял. Фу, там, все. Это четвёрка. Все четвёрка. Говно какое-то. Хочу лавку. Зачем она едет? Давай в этом переходить на наши стандартные полеты. Куда уж стандартнее, это самый стандартный, да? Золотой. Это именно то, чем мы занимаемся. Получается. С одиночным поехал проиграть. Пипец. Ну, один раз меня вообще сервер выкинул, но это настолько. О. Так, что там по мне? О, все. Против меня еще один. Значит, я сейчас буду трупом. Ну я хотя бы сесть попробую, врага не дать. Мех. О, мех, здорово. Какой филд телает? Куда он? А я на немецком. В Лампевске. Не знаю, ну как он, наверное. Но их тут много, шифт меня не спасешь. Сейчас они меня собьют, наконец-то. Много это два? Два, три, плюс зенитки. Так, это я подвесил. Ты все еще в зенах? Да, они по мне тут лупят во все. Прям на нулях с ними кручусь. Парюсь. Так, плохо, один под... О, вот, по мне пошла атака. А что ж раньше-то вы так не сделали? Я уклонился. И что дальше будет? Сейчас кто-нибудь прилетит. О, все,
кто это меня, кто-то меня ранил, короче. Будем ждать. Блин. Прыгаю. Загнул мешки, отдал фраг. Ой, винты. У них тут уже вот раз, два, три, четыре, четверо. Не, ну в чужом филде воевать это не то. Да, ну, они туда слетаются, как мухи. Призвился, да. Ну, долго я там с ним крутился.